продолжающейся более 50 лет оккупации Западного берега и блокады сектора Газа. Когда я навещал своих родственников на Украине, я встречал пренебрежительное отношение по отношению к евреям. А в Израиле также встречал высокомерно пренебрежительное отношение по отношению к нашей чужеродной культуре. Отсюда выросла моя солидарность по отношению к угнетенному палестинскому народу. В Украине идет гражданская война, и когда я несколько месяцев назад навестил там своих родных, я общался с солдатами, которые не знают, за что воюют, и погибают на передовой. Мне оказалось близко их душевное состояние, так как я в корне не согласен с политикой израильского милитаризма, основной задачей которого является поддержание оккупационного режима. Это меня, в свою очередь, подтолкнуло к более серьезному размышлению насчет моей службы в израильской армии. Я отказываюсь от дальнейшего продолжения службы и участия в угнетении палестинского народа. На оккупированных территориях строятся все новые колонизаторские поселения, в то время как по отношению к палестинцам проводится политика экспроприации земель и разрушения домов. С 2006 года разрушено более 2000 палестинских домов. Также палестинцы в значительной степени ограничены в свободе передвижения, как у себя на родине, так и при выезде из-за границы. Я уже не говорю о секторе Газа. Я служил водителем грузовика, и значительная часть моей службы проходила на оккупированных территориях. Когда призвался, я думал, что я обслуживаю интересы израильских трудящихся. Но когда я увидел, что такое оккупация, то я понял, что ни сама оккупация, ни присутствие израильских солдат на территориях, ни расстрелы сектора Газа не представляют интересы израильских трудящихся.